Всем приветики! Смотрите, стены нет. Сейчас я буду здесь все загружать. Ах да, вы же не видели. Дверь выдолбил, дверь выдолбил, дверь выдолбил, дверь выдолбил. Ой, все очень легко и просто. Просто отпилил жерди, которые тут были. Раз-два жерди, две жердины. А так вытащил их, и стена упала. Вот они эти плетения. А вот сама. Это я уже половину выгрузил отсюда. Сегодня задача у нас это все убрать, стену зашить вот этим профнастилом и разбираться уже с дверью. Я вообще хочу замазать, нужно ее замазать хотя бы с этой стороны. Смотрите, смотрите, вот здесь нужно все замазать или хотя бы заткнуть как-то. Ну вот здесь, потому что большая очень дырка. Давай, так, тихо, тут надо, тут все на степлер приделано, видите? И здесь вот. И все, и дверь будет готова. Здесь уже с этой стороны, считайте, роль не играет. Ну, небольшая дверь получилась. Буквально сколько я сейчас... Если сейчас найду рулетку, я вам скажу, сколько она шириной, эта дверь. Она вот, ну, маленькая, но очень удобная. Маленькая, но очень удобная, да? Можно пока... Это я на сегодняшнюю ночь делал. Потому что стены-то нету. Надо же как-то было закрыть это все дело. Сейчас стена будет, и нормально, можно будет уже не ставить. Ну, она, да, она вот тут под укос идет, вот сюда, в смысле. Это такая ровная. Вот тут прибил гвоздями к этой, к балке, к стойке. Она, кстати, ничего роль не играет. А здесь к жердинам. И жердины держатся за счет этой дверного косяка. То есть они не падают, не это. Вот это вот, видите, забито. Она была, короче, шаталась вот так вот. То есть она вообще тут роль не играет, она вообще ничего не держала. Я мог бы ее и вытащить. Ну, блин, не стал. Думаю, за что я потом крепить буду? За жердины, что ли? Вот тут бы я сделал. Ага, тут балка бы. Думаю, не. Хай будет так. Ну, где-то... Где-то вот так. Чуть больше, чем мой этот. Ну, как? Ширина моего тела. Вот. Высота здесь по балке, видите, да? Вот тут балка, вот она. Здесь буду сейчас прорубывать ступень. Буквально вот 20 сантиметров или 30 сантиметров. Вот так. Чтоб я шел-шел по ровному, вот так ровно, и ступенька начиналась только здесь. Чтоб я зашел сюда и не ударялся об это. Потому что я вчера посмотрел, когда я иду медленно, я сейчас осознаю, да, что тут балка, и я вот так наступаю на ступень, поднимаюсь, и, то есть, как бы захожу уже, да? Как я вам это покажу? Иду, наступаю, и вот так захожу. Да, нормально, то есть. Так же спускаюсь. Но когда я быстро шел, я, конечно, не ударялся, но когда я быстро шел, из-за того, что я быстро иду, да, я уже, как, у меня шаг больше, я, считай, одной ногой уже на ступеньке, и поэтому мне нужно подняться, как бы я на ступеньку захожу, да, я вот одной ногой становлюсь и уп, и ударяюсь, понимаете, в том-то и суть. Я вот иду-иду, так вчера, уп, инстинктами понимаю, что я иду быстро, шаг большой, и я вот таким образом... Наступаю на ступень и упираюсь, понимаете? Поэтому нужна ступень. Вот. Первым делом делаем ступень. Аккуратненько так выдалбливаем тут ступень. Все это загружаем в тачку, увозим. Все здесь прибираем, подметаем. Кирпичи для печи готовы. Делаем, делаем. И все, и зашиваем стену. И все. Так, ну давайте начнем. С ступени. Так, я не знаю, как будет вам видно, не видно. Сейчас. Ну, вроде как-то так, да? Здесь у нас есть типа фундамент, да, кирпичи. Надо их убрать. Сейчас. Надо их убрать. Я вчера пытался вот эти жердины, переплет вот этот вот, сломать секатором. Я секатор сломал, вы прикиньте. Вот, короче. Ладно, я их вытащил уже, повыгребал отсюда, повытаскивал. Уже не об этом, да? Лопата не лучшая для того, чтобы капывать, но... Так как тут сама глина, она не такая вообще твердая. Мне хотя бы кирпичка подкопать нужно, чтобы вытащить его. Надо аккуратненько, не мусорить, да? Ой. Так. Так, молоточек. Сегодня холодно, вообще жесть. Поэтому я правильно сделал, что закрыл. Здесь все. Так знаете что? Я шуруповерт тут, оказывается, забыл вчера. Вчера.
И вот тут он почти на этой лежал. Короче, он намок, да, он сейчас сушится, этот шуруповерт. Но он выжил, он пока что живой. Это хорошо. Вот. Так, ну два кирпича мне хватит, да? Да тут, тут же есть третий, есть, но он уже за этой. За этой идет, так что нормально. Так. С хаты начнем. Чтоб не в хату грести, а из хаты, да? Ай-яй-яй, что-то не это. Не идет глина. Опа. Ой. Так. Ой-ой-ёшеньки-ёй-ёй. Давай-давай-давай. Ну, глина, давай уже. Во. Так, да куда? Давайте мы топорик, а вот это все вырубаем. Жесть. Ой. Так. Ой. Вот так. Ага, тут еще кирпич есть какой-то. Вон оно, что мне мешает. Давай, давай, давай. Ну это шлак, это не кирпич. Это остатки, это шлак кирпича. Все, что тут было. Опа, тихо. Печь буду ставить, наверное, сегодня. Хоть маленькую буржуечку из кирпича. Но буду ставить в любом случае. Так. Все вырубаем. Давайте, что тут? Глина, не глина. Что тут еще осталось? Если я... Бляха-муха. Если я найду... А я найду. Досы, доски маленькие. Сделаю порог деревянным. Ну, чтобы не было земли. И полы надо же будет делать. Поднимать их, потому что вода что стекать оттуда сюда. Спуск. Ой. Прикиньте, я буду тут ходить, и вода мне тут будет заливаться в печь. Поэтому нужно поднимать и печи, и полы. В плане искать доски, ДВП, что угодно. И вот на какую-то высоту поднимать, на какие-то доски так лаги ставить, и на доски набивать. То есть, так, работать, короче, надо... Ох, какая тут пошла глина, прям, прям глина такая густющая, такая твердющая. Как я вот справляться буду, пока не знаю. Ну, как-нибудь, думаю, получится мне справиться. Ля-ля-ля-ля-ля и оп. Вуаля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, все равно страшно. Страшно, потому что тут вот, вот, ну вот. Понимаете, страх. Страх вот это, когда ты идешь, и балка, считай, у тебя на голове, во лбу тут. А она нет, там еще сантиметры есть, но зацеп есть. Короче, нужно еще плюс сантиметров 10 сюда, туда, то есть. Сейчас я выдолблю. Вот по границе как нужно идти, да? Вот так, да? Да, вот так. Примерно, да? Да, вот так хватит. Тут 20 сантиметров я захватил. Ай, боже мой, стена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно.
стена дает. Ой, пожалуйста. Ой. Вот так надо, короче, выдолбить. Надо лопату нормальную взять. Ой-ой-ой, как больно. Сейчас я пройду. Это все, здесь мне не холодно, потому что холод сегодня создает ветер холодный. Но так как я в здании, как бы, да, почти в полноценном здании, потому что тут стены нет, ветер оттуда северный, на меня он не попадает, поэтому мне не холодно. Да, дует щели, все это, но это не сильно, так что адекватно все. Вот тут земля какая-то вообще жесть. Жесткая, пипец. Глина, я говорю, глина, все жесткая. Ой, тихо, поэтому надо выбивать топором. Топорищем каким бы он ни был. Ой. У меня вчера так спину прихватило. Я аж офигел, так больно стало. Вот, блин, штаны спадают. Не сильно, но спадают. Что там, кирпич, что ли? Вот такой вот. Хрустящий камень, наверное, какой-то. О, боже мой. Я не могу, это глина или это кирпич какой-то нафиг. Ну, видно, что глина. Ну, что она такая жесткая? Легкая и легкая, твердая. Так, берем что-то. Вай-вай-вай, падаю. Господи. Там кирпичи, походу. Это плохо. Потому что там кирпичи. Да. Или подожди, это камни, короче. Но они, походу, очень большие. Эти камни. Или нет? Да не, небольшие. Хотя, я не знаю. Камни тут какие-то, короче. Черт возьми, что за камни? Камни, кирпичи. Долби давай, уйди. И ничего не говори, молчи. Долби, молчи. Блин, все в хату летит. Что за жесть? Фу. А, я вчера, короче, это... Выгребаю. Наверное, там меня не видно, да? Не знаю. Ну, короче... Суть в том, что я вчера здесь выгребаю. Саман, глину. И, короче, это. Глядь, монета лежит. Думаю, неужели это старая монета? Глядь. Смотрю, герб какой-то. Думаю, да, ну, скорее всего, российский, да, но не видно. Гнилая такая монета. Думаю, это, наверное, монета старая, ТТТ, ПТП. Переворачиваю, 5 рублей, 2010 год.
Ч какой там? Ну такой, да? Короче, суть в том, что кто-то здесь 5 рублей потерял. И все. И все, они лежали тут. Валялись. Эти 5 рублей. Это камни здесь. Вот она здесь, фундамент хаты. Камни да кирпичи. Старые гнилые. Это что, цемент что ли? Это цемент. Цемент? Откуда тут цемент? А, паразиты. Значит, они траншею вырыли вокруг хаты. Или после постройки хаты, или до постройки. Траншею вырыли 20 сантиметров глубиной. Цемента туда налили, и на этот цемент положили кирпичи. Один ряд. Или два. Все! Весь фундамент. Фундамент из камня, блин. Ну, камень обычный, блин. Ну, вот он, вот они, камни, вот. Вот цемент грёбаный. Строили паразиты. О каком нафиг фундаменте может идти речь? Старый фундамент. Паразит, вон фундамент. Фух. Сколько можно уже и в кату лететь всей грязи? Ну, думаю, вот так пойдет, да? Пойдет? Ну, не знаю. Ну, скорее всего, нет. Тут надо еще, тут же этот склон. Тут, короче, это, иду, и получается, тут пол идет, а там, где я копаю, идет яма, ну, спуск, это как бы вниз идет, а резко вверх. Здрасте. Здрасте. А то засыл, они уже, да? Вот, все, походу. Все, вот оно. Только нужно подровнять и все, и готово. Кривой ручкой, как обычно. А.
мы убежим. Все будет просто. Ночь обойдет. Не вороним. Все, здрасте. Там не выключилась запись, я надеюсь, я просто уходил. Дрова там, не дрова. Да пока нормально, 20 минут. Ну сейчас немножко еще поделаю и запись закончу. Фух. Так. На чем я остановился? На выравнивании. Долбанный фундамент. Что они тут делали? Цемент еще. Нафига? На мой так стоит 200 лет. Чей этот? 80 лет нормально. Фундамент что-то мне сделали. Нафига? Чтоб не расползлась небось. Скорее всего, чтобы не расползлась печь. Ой. Хата у нас. Да она не расползается. Стоит ровно. И фундамент ей не понадобился. Хотя, наверное, понадобился, да? Ну, типа, знаете, размывает дождями. Это все, и хата там садится. А тут фундамент. Она, может быть, и из-за этого не села. Черт его знает. Стоит уже сколько лет? 87 лет? Че сколько? 86? Ну, короче, 76. 70. 70. Короче, ладно. Стоит и стоит, черт с ней. Ну, давай, говори, считай. Ой. 2023 минус 1947. Получается 76. Все, 76 лет хате. Все, 76 лет фундаменту. Все. Вау, вот такой переход вот здесь. У меня. Поздоровался. О, пожалуйста. То есть я стою как бы уже здесь, уже за хатой. И брт. И брт. И все. Ночью полет небо вроде. Да, все спокойно. Все спокойно. И аккуратно. Да, и вообще даже инстинкты не срабатывают на то, что это, пригинаться. Я флэш. Да, все спокойно. Вообще спокойно. Так что это сейчас убираем. Прибираемся здесь. Давай, 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 давай сюда. Давай. Ночь, бляха-муха. Ночь упадет. Небо уронит. И пустота нас не забит, не говори, и непонятно. Только я что-то не мимо. Больше никак, но не обратно. Больше не с ними. Больше не с ними. Это я мазал или что? Ну палец мой, палец мой. Это как я что тут делаю? О, свет! Отсюда, блин. Тоже надо будет тут уголки ставить, вот так вот. Сама надо здесь этот затыкать. Ну, это еще, до этого еще дожить надо, да? Так что, вот качается же. Это вообще спокойно стоит. Ну, практически. Где? Тук-тук. Ага. Так. Знаете, что я узнал? У меня гвозди закончились, которые маленькие такие, которыми я навесы делал, все. Вообще закончились. Ноль. Хотя нет, не ноль. Где-то там еще есть в запасах, знаете, валяется где-то. По двору, не по двору. Но в основном этом ящике закончились, нету больше. Вот эти вот две дверные откосины я нашел у соседа. Они разные абсолютно. Это такая обычная, а это какая-то широкая прям. Прям ух. Двойная, что ли, какая-то? Ну ладно. Вот так вот. Так что, ой, боже мой, такие дела. А других вариантов не было просто, вот и все. Дует, вот откуда? Отсюда дует. С чердака. Надо будет все делать.
Ну, первая часть все. Ой, первая часть все.